Добрый вечер, с вами снова я, Марина Морлок. С вами снова я пришла, функция болела. Но вроде сегодня я начала выздоравливать. Стало холодно, дали отопление, ко мне переселились мои сапоги. В общем, тема такая. Я так заметила, вам так понравился мой прошлый выпуск. Добрый день, мои дорогие подписчики. И те, кто только-только присоединился к моему каналу. По просьбе трудящихся я продолжаю серию блогов из цикла «Поебуры Морлока». И сегодня на повестке дня я варю суп, который называется «Синяя птица». В общем, «Синяя птица» – очень деликатесный суп. Особенно в советское время, там погода что-то не рада, такая осень. Но листья почему-то зеленые. Они вместо того, чтобы желтеть и красиво опадать, как я ожидал, они просто тупо начали гнить. В общем, суп «Синяя птица». Почему синяя, почему птица? Бледные куриные ножки из Пятерочки. Максимально дешевые. У меня опять кончилась зарплата. Внезапно она закончилась, потому что я купила подарок дяде Руслану. Я ему купил еще клубничный спортфит. И себе я купила такие прекрасные сережки. У меня каши граната. А Мальдин, если я не ошибаюсь, то у меня вот было такое кольцо в виде глаза, как я вам показывала. Я сейчас сняла его, чтобы случайно не испортить. Короче, и вот к нему я купила себе такие чудесные серьги с большими гранатами натуральными. Они стоили недорого, но я же не могла остановиться на серьгах. Я купила себе еще новый халатик. И барабанная дробь. Тыщ, кончилась моя зарплата, которую я получила в пятницу. Вот, потому что это был аванс. И у меня, в принципе, и на последние деньги, там, на последнюю 1000, я сходила в Пятерочку и купила себе синюю птицу, ножки синей птицы и капусту краснокочанную. Потому что, мне кажется, она... все время в детстве краснокочанная капуста мне казалась вкуснее, чем белокочанная. Но дело в том, что сок краснокочанной капусты немного синеватый. Вот здесь она лежала в этой тарелочке, и, как вы видите, она окрасила воду в такой нежно-голубой цвет. Особенно на белом фоне это заметно. Вот. И эту воду, в которой варится курица, она тоже окрасила в нежно-голубой цвет. Ну, по сути дела, это будут щи с курицей. Я приболела, мне хочется куриного супа. Но смотрите, ножки стали такие синие-синие. Синий-синий-синий лег на провода, смотрите. Потом бульон варится, и он будет не синий, а серый. Но вот пока он такой явно голубоватый. В общем, а там в глубине вообще и откровенно синий. И вареная в нем курица приобретает такой синюшный оттенок синей птицы. Вот посмотрите еще раз. Сейчас я это еще помешаю так. В общем, видите эти синие ля... синие, короче говоря, лапки. Вот. В общем, суп «Синяя птица». Вот он такой бульончик. Буду варить. Сейчас буду, короче, морковь чистить. Вот такой вот синий сок. Синий сок. Короче, все никак не могу я собрать 100 баксов, чтобы их вывести. То есть видит око, а зуб не имеет. Вот такие вот дела. В общем, о чем я хотела с вами поговорить? Хотела сначала смартфон закрепить. С вами Марина Морлок. Наверное, он тут край тарелки, наверное, загораживает все. В общем. Так. Держалка у меня там, но она коробка не слизкая. Коробка есть.